Всем здорова, с вами Бул. Мы продолжаем смотреть сериал Александра Гладенко «Школа глазами школьника», пятый сезон. Заголовок: выгнали из школы с позором, сорвали педсовет и прощание глазами школьника. Господи, ну это же не межфинал еще, рано же. Наверняка это 8 серий будет, так что ничего страшного, я думаю, с Димой ничего такого не случится. Давайте не буду вам реально рассказывать, что было в предыдущих сериях. Лишь извини за то, что ролик вышел немножко позднее, чем обычно. Решил выспаться. Давайте, погнали. Школа 5. Кто пишет ему сообщение? Что было в предыдущих сериях? Что? Я выгонять буду. Я это делаю не в первый раз. Это что такое? Меня еще любят? Пошел вон! Отчислен! Значит, рыба. Ну, Платона выгнали за драку. Думаешь, Диму не выгонят? Кто автор этого дневника? Серьезно? Ну что, друзья, наша цель... Да, Руслан, подписывайтесь на его канал, на мой канал и на всех тех, кто его смотрит. Не забывайте, что наша цель 500 подписчиков. Давайте добьем этот результат. Приятного просмотра. Приятного просмотра. Да. Давайте поможем Руслану. Уроки еще не начались, а тебе уже нужна таблетка от головы. Я просто неважно себя чувствую. Знаю я ваши головы. Знаешь, сколько у меня таких за день больных приходит, как ты? А вы ему сразу выпишите успокоительную таблеточку. Она ему сегодня очень пригодится. Да, Дмитрий? А, здравствуйте, Алексей Евгеньевич. Здравствуйте, Евгеньевич. Прям так. Правда? Это такой: здравствуйте, Евгеньевич. Вот так надо с ним приветствоваться. И что, как будете выгонять? Имею в виду, реально, он же обещал такую при всей школе. Ужас вообще. Не представляю даже, как это будет. Это ты меня... А, кстати, да, забыл упомянуть, серия что длится 21 минуту. Почти как в старые времена. Потому что все прошлые серии были, можно сказать, короткими. Убегай. А с чего вы так решили? Ну, в лифте мы с тобой не встретились. В школу ты пробрался тайком, значит, избегаешь. Вы не могли бы нас ставить на пару слов? А лекарство я ему сам выпишу. Буду очень рада. Если вы таким ученикам, как он, будете лично выписывать лекарства, у нас и заболеваемых будет меньше. Господи, прямо унизили уже. Из-за лекарств. Оно ясно, у него, у Димы с Евгеньевичем конфликт. А почему тут врач-то? Да ладно. Ну что, Дмитрий, дневник принес? Или, может быть, узнал автора этого бессмертного сочинения? Тут такая ситуация, Алексей Евгеньевич. Дневника нет. Ай-яй-яй, какое несчастье. Дмитрий, ты знаешь, что я должен с тобой сделать? Отчислить. Ну, чистить. Директор в виде скелета, огромное количество замечаний, тухлая рыба в шкафчике, разбитое зеркало, твоя мамаша ударила шокером нашего охранника, очень большие нарекания от нашего нового техника. Дмитрий, немного ли, а? А я взамен вам рассказываю всю правду про моих одноклассников. Правильно рассказываешь, только почему ты обманываешь? Я не знаю. Так, погодите, я не понял, то есть тот зеркало, если это новый техник, то есть строители точно не вернется. А просто надежда была, что он когда-нибудь вернется, как его... Блин, я уже забыл. Короче, полицейский. Не знаю, кто автор дневника, но он был у меня дома, и его постирали в стиральной машине. Какое несчастье. Да, несчастье. А ты знаешь, Дмитрий, у меня в гараже Мазерати стоит, только я его почему-то никому не показываю. А что, реально? А покажите. Дмитрий, если до начала урока я не увижу на столе дневник, или хотя бы не узнаю автора этого бессмертного сочинения... А может, вы автор? Хороший вопрос. Не-не. Ты знаешь, что с тобой будет? Вы меня действительно выгоните из-за дневника, автора которого я даже не знаю? А между прочим, Дмитрий, я и за меньшее готов отчислять людей. Вот мне Рашида Жавдатовна по секрету сказала, что в вашем классе еще один кандидат на отчисление нарисовался. Ну а тебе я желаю... А кто этот кандидат? Саша, наверное. Давай удачи. И с этого дня сначала педсовет, а потом отчисление. То есть будет педсовет? И потом отчисление. Учителя же должны знать своих героев. Да, кстати, таблеточку тебе дать? Офигенно, блин. Ну да. Круто тебя избили в туалете. Хотелось бы, чтобы повторили. Жаль, что не посмотрю уже вживую. Да что за фигня происходит? Чё, Дима, страшно, да? Возможно, да. Ты зачем маме показал? Погодите-ка, там показали? Чё, Дима, страшно, да? Возможно. Так, ну-ка, дайте я промотаю.
Вот, страшно, не да? понимаю, это, можно, его там показали? Зачем маме показал мое сообщение? Она сама телефон взяла. Вот если бабушка взяла бы мой телефон, я бы ей. Ты бы ей ничего не сделал. Ну да, тоже ей. Ты еще смеет поднимать. Лимон, можешь себе рассказать чуть-чуть, то что это я сидел в школьном туалете в мусорке. Тогда ты окажешься на этой доске. Зато я буду с чистой совестью. Тебе когда-то мешала твоя совесть? И почему ты сказал то, что Наташа тебя еще любит? О! Дмитрий, скажите мне, что за сообщение приходит вам на телефон? Вы про что, Рашида Жавдатовна? Послушайте, ваша мама охранника, простите, вырубила из-за угроз. Так вот... Но не вырубила, он еще был в сознании. Я спрашиваю, что за угрозы приходят вам на телефон? Там... Рашида Жавдатовна, а у нас новенькая будет? Дмитрий. Ну, а чья это форма? Нет угроз, у мамы просто временные трудности. Слушай, Дмитрий, может вы уже откроете рот и расскажете, что с вами происходит? Перестаньте вы играть в молчанку, но я же и так все знаю. Хорошо, Джордатовна, она красивая? Да, Александр, почти как вон. Вы. Значит, стрёмная. Боже мой, Александр, вы что, не видите, что я занята? Что она знает? Что за форма у нее? Твои проблемы, что тебя отчисляют. Ты про туалет тоже рассказала? У нас еще кого-то отчисляют. Или новенькая. Рашида в руках несла женскую форму. Ну, если кого-то отчисляют, и Ксюша злится, значит, пахнет интересненько. А Ромка что, отрабатывает свое наказание за канистру? Нет. Ну, в канистре все-таки было не бензин, а святая вода. Так что, по факту, за это можно и не наказывать. Он хотел сделать добро. За добро не наказывают. Отчисляют, ребят. В смысле? Так. Так, погодите-ка, а это кто тогда? Просто вроде как за скибиди туалет в противогаз заставили ходить Сашу и Камрана. А Саша тут, Камран пониже, чем это. Это Рома, что ли? Ты шутишь? А, ну да, догадался уже. 2:30. Ромка, а ты в курсе, что в нем дышать можно? Меня отчисляют из-за этого тупого дневника. Значит, слушайте меня сюда. Из-за ваших приколов с тупорылым дневником, автора которого я прямо сейчас найду, Диму собираю. Прямо сейчас? А да, да, это было бы круто. Ну, наверняка это кто-то... Ну, хотя я бы, конечно, предположил, что это кто-то из прошлых сезонов, причем, который вообще появился мельком, ну или кто-то из тех, кто вообще не участвует во всех делишках. Есть такие люди, на самом деле. Планируют отчислить. Если планируют, значит, есть за что отчислить. Ну, вообще-то, если порыться в делах нашего, прямо в деле нового старосты, то там можно найти кучу скелетов в шкафу. Да даже не одного, не один десяток. Наверное, сотню. Даже ваша Наташа говорила, что если бы он хоть один год нормально проучился, проблем бы не было. Если бы вы не вернулись, то проблем бы и не было. Этот дневник пишешь ты? Я так понимаю, уже весь класс на это твоем маленьком дневничке, где ты пишешь все про всех, да? Где там было написано, что это мой дневник? А чей же еще, если там написано про всех, кроме тебя? Чё? Долго вы еще будете разбираться в этом пустом и никому не нужном мусоре, а? Саша, все, что не происходит, происходит так, как должно было бы быть. Это он про что? Это он что, мудростью решил заговорить? Что-то он реально слишком изменился. Не знаю, конечно. Можете писать в комментариях, как он новый дерзкий. Что, стал терпилой? Короче, терпила. Тебя отчисляют. Значит, прими это, как мужик. Собирай свои манатки, бери свою подружку, а точнее двух. И с катертью тебе дорожка. Остальные сели все по своим местам и готовимся к уроку. Если кто не помнит, я старост. Вот знаете, как ты, знаешь, как ты... Не хочется вспоминать об этом. У нас только в этом классе, в этой школе, один единственный крутой староста. И это не он. Вот вы понимаете, про кого я. Это Орех. Он к тому же показал, как надо старости вести себя. Вот таких вот, с такими вот идиотами. Если кто-то еще не сделал домашнее задание, у вас есть время подготовиться. Орех, если ты до сих пор не вымыл школьную парашу, тряпку в зубы, дерзкого подручку и бегом косяки исправлять. О, есть удар, только, к сожалению, X-Ray не было. Ты сейчас пойдешь... Ну-ка, давайте включу еще раз. Под ручку и бегом косяки исправлять. Ты сейчас пойдешь уличные параши мыть, если будешь ореха унижать. Ты понял? Я тебе сейчас эту перчатку. Принцип понял. Если еще хоть одно слово скажешь, я две перчатки надену. Валя, и долго тебя этот хасбик щемить будет? Почему из этого класса разносится столько бранных слов? Кто-то может сказать мне? О, главная защитница пришла, видимо. Орех. Так Орех больше не староста, бабушка. Староста теперь этот осел. Я не бабушка. Я Софья Андреевна. Или беда.
Ладно, ну, конечно, беда в прошлом, но все равно. На вам, ученик Камран Малярчу, вы почему, будучи старостой класса, нарушаете дисциплину? Ксюша, вы почему постоянно идете на поводу у него? Вы бы лучше не под дверями послушивали, а чуть лучше математику преподавали. Сядьте на... Ничего себе! Это удар ниже, понятно. Ученица, видишь ты, выскочка какая, ты посмотри. А чё я тут сижу? И где ваша Наташа? Попытайся не думать о плохом. Директор уже решил все проблемы, а Рашида Жавдатовна пообещала разобраться с рыбой. Ну а то, что твоя мама ударила охранника электрошокером... А это уже не исправить. Вины. А я не думаю, что тебя кто-то будет исключать из-за дурацкого дневника. Кстати, а как директор узнал про него? На вырванной странице в дневнике было написано, что ты целовалась не только с Дерзким. Я тебе хотела это показать. Да, Дима, я целовалась с Дерзким и с тобой. Мы же это уже все проходили. А, то есть смысл в том, что оторванная страница там рассказывалась про Диму, и поэтому, ну, на основе того, что страница была эта, ну, как, ну, часть страницы была вырвана, все подумали, что это его. Понятно, понятно. Эй, по почерку не могли, кстати, сравнить? Или кто-то скопировал его хорошо? Я знаю, бывают такие люди, которые могут копировать почерк, но что-то я не верю, что в данном случае это именно та версия. Если бы это было бы не так, то я бы сказала. Димон, тебе Наташа не писала. А что она мне писать должна? Ну, она мне просто не отвечает на сообщения. Куда Дерзкий опять смылся? Так, я не знаю, чья это форма, но уберите ее, пожалуйста, с моего рабочего стола. Дмитрий. Я не знаю, что у вас происходит в последнее время, но мне очень хочется, чтобы все ваши трудности решились по справедливости. Я знаю, что вы хороший мальчик. Ну хоть кто-то с мозгами появился. Я от нее и не ожидал такого. Просто спасибо, спасибо. Руслан, ты неплохо придумал с развитием персонажей. Уважаю за это. Очень хочу, чтобы этот день у вас был хорошим. Но мне звонил директор и сказал, чтобы вы привели маму в школу. Мне показалось, или я слышал что-то про маму Димы? А че вы вообще вместе сидите? Я вас рассадил. Ага, ты рассадил, а ты что, решать еще будешь за это? Мне кажется, ты не в полномочии вот так вот именно решать. И Андрей... Вот знаете, это скорее как не глава класса, как по мне, а скорее, ну, во-первых, это, ну, как рассказывал еще один перспективный человек, перспективный ютубер, который делал также реакцию, я думаю, знаете, про кого, если вы смотрели его реакции тоже, то эти старосты — это шестерки. Это шестерки учителей, ну, классных руководителей или же, ну, если, как говорить, в колледжах кураторов. И к тому же они лишь просто представляют классы, и у которых больше ответственности за, ну, за все эти подготовки ко всему и это, и информировать всех. А вот управлять тем, кто как должен рассаживаться, это не в полномочиях. Короче, извините, еще что останавливаю. Я надеюсь, вы поняли мою суть мыслей. Ты будешь следить, кого мама Дима ударит шофером. Так что за базаром следи и помни про вторую перчатку. Угрозы на уроке математики? А что, учитель даже ничего не Ксения, сделает? Ксения, сейчас я что-то делать начну, хотите? Ого, но она-то может все, что угодно сделать. Главное, не злить ее. Дмитрий, вам передали информацию? Вы про маму? Мне очень жаль, что вы меня не слышали весь этот месяц. Мне очень жаль, что сегодня финал происходит для некоторых из вас. Финал, о котором мы вас предупреждали. Всех учеников этой школы. И ваш класс, в частности. С некоторыми вы учились с 5 класса, с некоторыми учились и раньше, с некоторыми имели счастье познакомиться недавно. Школа — это место, где ученики получают знания. Они занимаются непотребствами на регулярной основе. Дмитрий, педсовет в составе учителей вас ждет. Я думаю, вы понимаете, по какому поводу. Дмитрий, вы хороший ученик. Были, есть и будете. Не всегда только виноваты вы, но и ваши родители тоже. Это касается всех вас. Директор вообще полный дурак или что? Рашида Жавдатовна выдала просто разрывную инфу. О, теперь Рашида Петардовна, мой любимый учитель. Рашида Петардовна? Да как он смеет вообще? Вообще за такое прозвище вообще надо давать по щам. Ну что, особенный ребенок, шутки кончились. Вы такой проблемный, что даже человека из министерства прислали, чтобы прокомментировать. Это тот человек из министерства, который был в предыдущем сезоне. Надеюсь, они с ним договорились. Контролировать ваше отчисление.
Ну что, посмотрим-ка, как все это. Мама, я тебе клянусь, чем хочешь. Миллионы людей могут сказать, что это был не я. Какие миллионы людей, Дима? Ты дерзкий, Саша и Полина? Здравствуйте. Дмитрий, да, да, это он. А вообще, как бы, охранника вырубила она, так что уж давайте-ка не всех собак на Диму спускать. Пожалуйста, решение уже окончательное. Меня просто позвали, я ничего не знаю. Можете заходить. Вот оно мне надо, скажи. Ты же сама просила меня очистить. Но без моего участия. Ты самая худшая. Закрывай! Не бей меня! Молчи, сказала. Жестко. Дмитрий, ученик 8 класса. Это его мама. Дмитрий, вы в курсе, почему вы здесь? Для того, чтобы быть опозоренным, из меня потом содрать нашивку при всех. А что, вы нашивки срываете? В прошлый раз как-то по-другому все тут было. Да и директор другой, а вот ученик тот же. Не знаю, как было. Ну да, директор был другой. Но вы помните директора. Я знаю, что с этим учеником необходимо прощаться. Нарушение дисциплины, срывы уроков, конфликты со сверстниками, да конфликты с работниками школы. Это на секундочку взрослые люди уже. А почему вы все проблемы сваливаете на него одного? На вашем месте я вообще молчал бы. Давно понятно, в кого он такой растет. Я уже говорила, вы не должны так разговаривать с женщинами. Да вы не женщина, вы ее пародия. Так, я очень... Чего? Вот то что-то на оскорбление тянет. А что за такое можно и на штраф налететь? Прошу, не ведите себя так, как ведут наши дети, из-за которых мы здесь собрались. По его вине вы отвлекались от работы. Он что? Отвлекались от работы? По его вине? Вообще-то он обязан был работать. Нефиг было идти в класс там и что-то заявлять о его отчислении. Не надо было оставлять зеркало, где попало. Это что за дела вообще? Это беспредел. Кто вас оскорблял? Я ему с первого знакомства сказал, что к директору пойду. Но его это не остановило. Также бранную речь использовал. Мой адрес. Что? Ясно. Да. Чего? Какую речь? Мне кажется, они что-то тичь какой-то. Так, хранил рыбу в школьном шкафчике. Я слышал, техничка еле отмыла. Значит, было. Понятно. Рассыпал муку на одноклассницу. Что? А этот при чем тут? Это разве с ним связано? Такое было, но не могу сказать, что это был Дмитрий. Вы так следили за классом, Леопольд Арнольдович? От себя дополню. Стал свидетелем коридорного творчества данного ученика. А, то есть свидетели, полагаю, был либо Малерчук, либо Ксюша. И они специально его подтвердили. Понятно. Твой адрес. Вот Дмитрий. Чуть-чуть он сказал? Коридорного творчества данного ученика. Свой адрес. А, вот про это. А доказательства вы собрали вообще? Без доказательств вообще вы не имеете права так вот обвинять. Или они так констатировали факт именно? Вот, Дмитрий, вы мне скажите, сколько раз мы с вами беседовали в моем кабинете, а? В наших беседах кто-то не сдержал слова. Мне очень жаль, что это были вы. А ведь могло быть все по-другому. Если бы я дневник принес. Так вы еще и дневники у них забираете? Ну, это, так сказать, характеристика, чтобы им было легче устроиться в другой школе. Ну, эти нюансы мы попробуем смягчить, хотя не думаю, что они им пригодятся в дальнейшем. Вы не шутите сейчас? Это все реально? Ученик, если вы думали, что с вами в игры играют, то мне вас искренне жаль. Так зачем тогда показуха спецсоветом? Содрали бы нашивку и все. А какая школа в начале учебного года нас возьмет? А вам не без разницы. Вы же сами сколько раз говорили, выгоните его. Доволен? Весь в отца своего. Нигде подолгу не задерживаешься. Давайте вы об этом поговорите дома. Дмитрий, мне вот действительно очень жаль, что ваша история закончилась именно так. Соберите вещи, ну, попрощайтесь с одноклассниками, а документы заберете у Рашиды Джавдатовны. Форму можно на память оставить? Нет. Сдайте Рашиде Джавдатовне. Позор семьи. Ничего сделать не можешь. Я, между прочим, на вот эту форму деньги сдавала. Ты меня слышишь? Ты уже все сделал, что мог. Ты куда? Рашиде за документами. Неужели это конец? Друзья, девушка. Я даже не виноват в этом. Может, еще на колени встанешь? Что ты хочешь? Заходи. Меня только что выгнали, дерзкий. Димон, не только тебя выгнали. Давай, заходим вместе с тобой. А, его тоже выгнали. Отстань от меня, пожалуйста, сейчас! Либо ты сейчас берешь себя в руки и заходишь вместе со мной, либо как баба забираешь документы и сдаешься без боя. Я это... Что это? Идем? Я не понял. Вы случайно двери не перепутали? Дмитрий, документ... А вы случайно мозги не перепутали? Ты не здесь. А документами до или после туалета нужно пользоваться, что а? Что ты сказал? Дерзкий. А у вас еще и со слухом проблемы. А я думал, только со зрением. Он у вас уже отчислен или только претендует на отчисление? Да заткнитесь. Ну-ка. Вы для чего в школу устроились? Работать или чисто самоутверждаться за счет унижения учеников, о-о-о. А? Может, у вас комплексы какие-то?
Да вам таким, чтоб Леопольд Арнольдович стать. Знаете, что надо? Хотя вам уже ничего и не поможет. А вы? Алексей Евгеньевич, мы же с вами в прошлом году были горой друг за друга. А сейчас? Отчисляете учеников налево и направо. Да что там отчисляете? Вы ломаете судьбы ни в чем не повинных детей. Ну, так... классно. Вы знаете, как бы это сейчас он, как бы сейчас крутую речь он не произносил, но мне кажется, он не добьется чего-то. Но хотя будем надеяться на лучшее. Значит, чем вы думали в этот момент? Он же перед своим шнобелем проблем вообще не видит. Дерзкий. Вам нашивка не мешает? Может быть, вы вслед за Дмитрием пойдете? Догоните его. Это же не ученик. Это какое-то рыжее пятно на теле нашей школы. Это пятно хотя бы имеет достаточно IQ, чтобы сначала разобраться в ситуации, а потом принимать решение. Чё молчим? Что, сказать нечего, да? Для начала, может, извинитесь перед учеником? Дерзкий, успокойся! Димон, не ссы, ты ни в чем не виноват. Нет, ну вы слышите, как разговаривает ученик? Или вам дверь интереснее? Просто после таких слов обычно заходят дети и говорят, не выгоняйте нас, не... А, да, спасибо, да-да, бывали такие случаи. Выгоняйте, и потом все заканчивается на хорошей ноте. Или в этот раз не так. А этот человек действительно из министерства? А вы точно учитель истории? Он хотя бы за детей переживает, в отличие от вас. Дерзкий, слезь со стола. Ты что, не понимаешь, что это отчисление? Алексей Евгеньевич, я прекрасно знал, на что иду. И не боюсь вот этих ваших отчислений. Вы знаете меня, и знаете мой характер. И знаете, что я не буду молчать, когда несправедливо обвиняют ученика. А вы кто вообще такой? Плотник, техник, строитель? Неважно. Вы действительно собираетесь работать в этой школе? Тогда мне вас жаль, если вы будете считать работу в этом месте вашим главным достижением в жизни. Собственно, о чем я и говорил. Собственно, жду от вас извинений. Что это за цирк? А вы цирк еще не видели. Я там с носом был. Алексей, вы почему молчите? Вы же директор. Дерзкий, ты с ума сошел? Ты зачем на стол залез? Объясни мне, ты думаешь, что после того, что ты мне сказал, тебе все можно? А что, нет? Со стола слезь. Перед тем, как вы начнете, я хочу, чтобы они извинились перед учеником. А стульчик мягкий тебе не подвинуть, чтобы удобнее представление было смотреть? Алексей Евгеньевич, насколько я помню, речь шла о разборе поступка матери Дмитрия на пиццерии. Я что-то не припоминаю, чтобы кто-то что-то говорил об... Погодите, а они пиццерию вызвали для того, чтобы разобрать поступок мамы Димы? Но это они специально для Рашида сказали, для того, чтобы Диму по-тайному выгнать? Нифига себе планы какие. Отчислений. Рашида Жавдатов, я понимаю, что вы зауч в этой школе, но директор в этой школе я. И ученик должен нести ответственность за свои поступки. За какие? За рыбу? За унитаз посреди коридора? И не только, у этого ученика очень длинный список. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, давайте-ка без рук. Лев Анатольевич, вот когда у меня вдруг возникнет вопрос по истории, я тогда непременно поинтересуюсь вашим бесценным мнением. А покуда помалкивайте, будьте так любезны. Объясните мне, почему речь идет об отчислении ученика, когда виновный в поступке уже наказан? Вот именно, уже наказан. Кстати, мама Дмитрия забрала у вас документы? Кстати, нет, не забрала. Потому что я их ей не отдала, потому что этот ученик не отчислен. Вы, видимо, вообще не выкупаете, да? И это наши учителя. Совсем недавно в школе была драка. Драка? Да, и не просто драка, а в исходе которой одного ученика отчислили. Кто принимал участие в драке? Так это не важно. Спросите меня, при чем тут Наташа? Отвечу. Любовь. Ну или почти любовь. В общем, я не знаю, что у них там между собой. Но сам факт. Была драка, отчислили ученика Платона, а Наташа решила за него отомстить. Да, подкинуть вонючую рыбу одному. Ах ты! Твою ж мать! Так это Наташа была! Рыбу подсунула! Рыбная королева, одним словом. Я не ожидал такого поворота событий. Это Наташа была. Она отомстила Диме за Платона? Но, а при чем тут он, кстати, был в той драке? И вроде там был другой... Там вроде другой человек был виновен. А второго подставить с унитазом в коридоре. За такое бы точно отчислили. В первом случае сработало. Шкаф был Димин, а в засаду для меня. Во втором случае, угадайте, кто опять попал. Правильно, Дима. А, то есть и унитаз тоже она сделала? Вот ведь
Не ожидал такого поворота событий. Не ожидал. Это просто в ней минус идет. Алексей Евгеньевич, только не спрашивайте меня, где я был в этот момент. Так вы поэтому меня не отчислили сразу, Рашида Жавдатовна? Да, Дима, потому что Рашида Жавдатовна изначально поняла, что что-то тут не так. И вы хотите, чтобы я поверил во весь этот бред? Ой, доверьте вы во что хотите. Никто не просит вас. Вы, главное, делайте то, что вам говорят, и все. И молчите. В конце концов, факт есть факт. Документы на отчисление оформлены. Форму ученица уже сдала. Кстати, благодаря... А... Погодите, Наташа ушла уже? Официально? Ее отчислили? Это ее была форма? Нифига себе поворот. Так, документы на отчисление оформлены. Форму ученица уже сдала. Кстати, благодаря показаниям Ксении. Что? Что? Ксюша дала показания против Наташи? Она то есть знала об этом? Так, погодите-ка. Так, я снова тут. Вот это нифига себе. То есть уже надо что-то задуматься о том, что этот персонаж не настолько уж отрицательный. Но вообще, давайте задумываемся об этом. Ксюша? Помнишь видео, которое я показывал? Это и есть источник моей информации. Для остальных сейчас проясню. Я ездил в гости к ученику Платону, и он мне любезно рассказал, прям все в деталях, что в этой школе есть еще люди, которые получат по заслугам. Да, Дима? Я никогда не был терпилой просто так. У меня всегда есть план. Вот он, представитель настоящий. Президент все-таки был. Был, конечно, но все равно президент все-таки школы вот именно. Вот это молодец настоящий. У него всегда план. План внутри плана есть. Не сомневались в нем. Ведь я тот самый дерз, которого не сломать. Дерзкий, я сейчас тебя сломаю. Со стола слезь. Со стола. Да, терпел, да, думал, да, молчал, да, боялся и да, тянул. Но в итоге во всем разобрался. Это пока лучшее отчисление, которое я видел. Так, а получается, одну уже отчислили? Одну, да. Второго сейчас отчислим. Так вам же Дерзкий сказал, что это не я! Дмитрий, сейчас вопрос не о вас. Вообще, успокойтесь. Так, а с этого момента поподробнее. Алексей Евгеньевич, Наташа меня бросила, это все она! Оказывается, она любила Диму. Вообще-то... А, то есть... Ну, блин, Руслан, нафига, конечно, это так... все так, ну, мало времени прошло. Всего-то 9 серий там прошло. Ладно, там 9-12. Я уж не помню, когда они начали встречаться. Но мало времени все равно. Платона. Диму и Платона. Она всех любила, кроме меня. И это уже не первая. Платона? Нифига себе. Да она меняет как перчатки. Предательство от нее. Она встречалась с Димой и мутилась с Германом. Если бы я не подслушал ее разговор с Ксюшей по телефону в коридоре, я бы до конца жизни был каблуком. Даже Анжела лучше. А я ведь для нее такие сюрпризы делал. Саша, Наташу еще утром отчислили. Ее форма в классе лежит. Стоп, что, новенькой не будет? Анжела так Анжела. Мы отчисляем кого-то или я домой могу ехать? Я не понял, то есть они хотят на старое опять старое вернуться, я не понимаю. На старые отношения? Ну, я думаю, вряд ли это поможет. Они же уже там разобрались. Да, отчисляем, конечно. Подождите вы, подождите. Любовь, юбки, рыба, унитазы, Наташа, Анжела. Бред какой-то. Алексей Евгеньевич, Дерзкого, Диму отчисляем вслед за Наташей. Нет, подождите. Это уже 4 отчисления из вашего класса за последние 2 недели. Вы знаете, даже при географии было меньше. Не, ну, 4 это много, знаете ли. Знаете что? Рашида, Дерзкий, маму Дмитрия найдите и ко мне в кабинет, а остальные все свободны. В смысле свободны? Чего? Так, Арнольдович так вот смотрел? Как будто он что-то знал, наверняка план реально был. Короче, я от нее такого не ожидал. А Леопольда Арнольдовича вернут? Вернут, не вернут. Все равно параши драйвить будешь. Я так понимаю, вы уже все знаете. Да я уже понял то, что Дерзкий не терп. Даром на пацана бы кого. У нас получается только одна. Тупая, закомплексованная телка, да?
Маля! Я же говорила, что все будет хорошо, Димочка. Ты у меня самый лучший, и я поддержу тебя в любой твоей ситуации. О, хорошо. Я постараюсь больше не агрессировать на тебя. Но я думаю, ты это уже заметил. Я вас, конечно, тоже не особо люблю, но поступать как Наташа, я этого не понимаю. Как она вообще могла пойти на такое? Как? Как и обычно. Для нее это не впервой, да, Герман? Или этот Волков насчет Димона винила во всем? Не Ромео и Джульетта, но тоже неплохое кино. И да, Димон, на будущее. Объясни своей маме то, что пытаться решить проблемы за своего ребенка, это плохая затея. Серьезно, только хуже делает. Это прям кринж. Единственный кринж этого класса это ты, Хасбик на минималках. Маль, думаю, следующий педсовет будет с твоим участием. Ведь с тебя и так ничего толкового не выйдет, да? Легко быть смелым, когда вместо тебя выгоняют другого человека. Так ты напишешь в своем дневнике. Почему все говорят о каком-то дневнике? Да там дневник, где написаны гадости про всех нас в классе. Даже про меня? А ты это у Димона спроси. Что у меня? Почему вы все думаете, что это мой дневник? Так, там же только про тебя ничего нет. Но это не значит, что веду его я. Так, а кто по итогу ведет дневник? Так, это Варя. Что? Варя? Ну да, Варя. Там... Я так и знал. Реально, вы слышали, вы если вы внимательно посмотрели реакцию, я говорил, то, что вероятнее всего это тот, кто мало участвует и вообще не говорит ни о чем. Я догадывался, что это либо Соня, либо Варя, по идее, кто-то из них. Это она вела. Вот ведь реально. Ну все, разобрались с дневником. Ура. Внизу так и написано. Вы что, не читали? А мы точно про один дневник говорим? Ну да. Валютная Ксюша, квадратная голова Сашки, Полина целовалась. С кем? Ну, помимо Дерского целовалась. А у вас что, урока нет? Так, Дмитрий, а значит, маме вашей сказала уже, теперь вам говорю. Вашей маме в эту школу вход дозволен только под моим личным неусыпным контролем. Это понятно? Это во-первых. И во-вторых, я хочу вам задать вопрос, наконец-то, что это, черт подери, за дневник, из-за которого в этой школе происходит постоянный буллинг и проблемы? Рашида Жавдатовна, так все, что было написано в дневнике, это правда? И что с Дерзким? Теперь ты понял, кто слал тебе угрозы. Я совсем не сожалею о том, что я сделала. Ах ты, это Наташа, твою блин. Тайный кукловод, реально. Ну, неплохо сделано на самом деле. Я не ожидал от нее именно такого. Я думал, что это Сережа какой-нибудь из первого сезона. Но я думаю, вы понимаете, про кого я. Но реально, я не ожидал. Вот ведь, реально, змея настоящая. Я устала от людей, которые постоянно втягивают всех в проблемы. Удачи вам в ваших новых проблемах. Всегда тобой любимая Наташа. Ну что? Вот реально, змея. Слала прямо угрозы еще. Ладно, в общем, серия получилась, наверное, самая пока лучшая. Но я не думаю, что это не межфинал, конечно. Но это одна арка истории завершилась. Арка это то, что... Там дневника, так я скажу то, что это данная арка из 1 по 9 серию, это арка дневника, и она завершилась. Скажу, нормально все вышло, сюжет офигенно вышел у этой арки, и я думаю, что в будущем опять, конечно, будут серьезные проблемы, но я думаю, мы будем готовы их посмотреть и оценить. Но я буду на этом с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Бул. Ждите следующих реакций на серии ШГШ 5. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Пока-пока.